Центральная площадь города Одинцово, средоточие ведущих спортивных объектов, один из главных – стадион, которому предстоит полная реконструкция. Уже сейчас на прилегающей территории создан скейт-парк, зона воркаута, универсальные площадки для занятий баскетболом, волейболом, теннисом. Ход работ губернатор Андрей Воробьев оценил лично в сопровождении главы района Андрея Иванова. Объем инвестиций составил 280 миллионов рублей, 220 из которых – бюджет Московской области. Реконструкция центрального стадиона – часть областной программы «Спорт Подмосковья». Этот объект, возведенный в 80-е годы, место проведения областных и городских чемпионатов – «Спартакиад». Он занят зимой и летом. В следующем году получит город хороший современный стадион с искусственным полем, подогреваемым полем, легкоатлетическим сектором, овалом. И сюда будут приходить не только профессионалы, но и любители, которые живут, любят спорт и будут им заниматься на протяжении долгих лет. Молодежь все чаще выбирает активный досуг. Развивается велодвижение. Андрей Воробьев познакомился с одинцовскими велосипедистами, которые поблагодарили руководителя за участие в развитии спортивной инфраструктуры. За дружеским рукопожатием последовали разговоры о жизни, к которым присоединилось и старшее поколение. Что с проездом? С проездом, в смысле транспорта городского? Ну ничего, никаких жалоб вроде бы нет. У нас были льготы, поэтому... Льготы есть, да. А с сентября теперь, говорят, и на метро будет. Прекрасно. Я вам очень всем благодарна. Спасибо большое. За созданием полноценного спортивного кластера последует третий этап реконструкции – благоустройства территории близ центрального водоема, аллей и площади. К детскому городку добавится колесо обозрения, появится аллея искусств и сухой фонтан. Все работы проводятся под пристальным взором общественности, с которой районы власти провели несколько встреч перед окончательным согласованием проекта реконструкции. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».